Уважаемые инвесторы, 10 февраля 2024 года на экране криптопара XRP к USDT. Так, по данному активу прогноз был на рост, да, если я правильно помню. Так, XRP, я в евро делал прогноз. И здесь я ожидал роста, но это можно все смело удалить теперь. Я теперь все прогнозы делаю по на USDT. Так, и здесь можно смело сказать, что цена, значит, пробила вот здесь. Розовые линии — это нисходящий тренд, локальный нисходящий тренд. Кто не понимает, что это такое, это я уже в обучении там объясняю все подробно, что, как, где. Так, далее, значит, цена не пробила, получается, нисходящий тренд. Вот здесь первая линия, здесь был месячный такой глобальный восходящий тренд, а цена его прошила. Здесь еще одна месячная такая была тенденция вверх, тоже месячный глобально восходящий тренд, цена его тоже прошила. Здесь вот есть вариант еще такой месячной поддержки, но в общем коротко и понятно, если так, где мои стрелочки. Значит, либо цена вот здесь где-то от этого уровня отскакивает и, ну, прошивает вот этот восходящий, вот это сопротивление, тестит ее как поддержку и уходит сюда, да? То есть это такой первый вариант. Следующий вариант, то что цена, так, цена прошивает, значит, вот эту всю поддержку, вот, тестит ее, не может прошить, и естественно все, тогда уже у нее тренд у криптокоина, тренд меняется. И уже ни о каком восходящем тренде мы говорить не можем. Далее уже только, допустим, ну, куда она может подойти, это там сюда. Далее она опять сформировать может и уйти сюда. То есть пока как бы рано говорить об этом, но нужно понимать, что как только цена вошла в нисходящий тренд, все, уже из нее выйти будет там когда, никто не знает. То есть, как долго это будет тянуться, это может там полгода тянуться, она может там за месяц прошить, вылететь, она может это 3 года тянуть. Поэтому здесь, чтобы каждый понимал для себя, что такое нисходящий тренд, что такое восходящий. Я это сделаю серым цветом, потому что, ну, я не жду такого сценария, но я его в любому, по любасу учитываю. То есть это, блин, это вообще рынок, неважно, крипта это или акция, вот. И все, и вот такой прогноз, вот. Ну, здесь, естественно, мы можем, имеем право и отсюда уже начать там какое-то движение вверх, да, то есть нам будет по-любому нужно будет вот этот момент, вот это сопротивление затестить, так, ну, отсюда тоже можем, да, допустим, подняться, вот, поэтому вот это, конечно, ну, так, приблизительно, суть не в стрелочках, так, суть в том, что нам, что нам нужно прошить и что, где. Вот, то есть сейчас либо мы на отметке 0,50 USDT, значит, движемся потихонечку вверх. Вот. Но я здесь вот по-любому выставил все на продажу. 0,60, что-то 0,62 или 0,63. Я тут все выставил на продажу. Вот. Поэтому не знаю я. Как она прошьет, как она здесь начнет что-то формировать, и если произойдет такое движение, что, допустим,
цена действительно прошила. Далее она тут совершила там свой тест. Вот, тогда я могу уже спокойно говорить там о каком-то росте. Вот пока этого не произошло, ни о каком росте я говорить не имею права. Вот. Поэтому вот такой прогноз. Уважаемые инвесторы, если и вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы, валютные пары, то подписывайтесь на Telegram, YouTube, TikTok и Instagram каналы, так как в каждом канале разная и одновременно полезная информация, с помощью которой вы сможете спасти свой капитал, приумножить, а даже зависимо от стратегии, удвоить или утроить свои деньги.